Здравствуйте! Сейчас я вам покажу, как мы сможем создать персональную ссылку в Quick Chat. Заходим на официальный сайт компании TalkFusion www.talkfusion.com. Вводим в строку сайта наш ID, чтобы ссылка на Quick Chat была персонализированной. И нажимаем Enter. Спускаемся немного ниже по сайту и нажимаем на кнопку «Демонстрация». Затем на кнопку «Разрешить». Вот она. Далее нажимаем «Скопировать ссылку», которую даем человеку, с которым хотим пообщаться по Quick Chat. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!